Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября 2019 год. Показываю новый сорт моей коллекции. Сорт яблочка Рихард. Первое подоношение на двухлетнем саженце под боем 9. Зимний сорт. Вот показал первые сигнальные плоды. Сорт старый уже, довольно-таки германский. Смотрю, первые плоды начали сыпаться, первые три плода. Ну, думаю, что нужно срывать его на хранение уже, чтобы не попадали все. Яблочки очень красивые, такие зимнего срока созревания, вообще здоровые такие. Сорт особо неприхотливый. Пока у меня в саду. Ну, дальнейшее наблюдение, конечно, покажет, как он будет в дальнейшем себя показывать. Но вот первые плоды, конечно, меня удивили своим качеством, товарностью. Просто класс. Такое вот красивое яблоко. Вот можно видеть. Сорт яблока Рихард. Сорт родом из Германии. Сорт спуровый. Получается, хорошо закладывает цветковую почку. Очень быстро входит в плодоношение. На второй год можно получить уже вот такие вот плоды. Конечно, это перегруз у меня. Посмотрим, как он в следующем году даст урожай. Периодичность будет или нет, потому что плодов я дал на него на второй год очень... Ай-яй-яй, блин, много. Одной рукой неудобно рвать. Ой. Вот упало. Вот, кстати, подгнившее яблоко упало. Вот это одно подгнило. Ну, возможно, триммером, когда косил, попал камень, камушек и начал гнить. Потому что... А так вот в целом вот такие плоды красивые. Вот я сорвал, можно видеть. Сорт яблока Рихард. Плоды, конечно, шикарные. А уже при хранении зимой я положу их на веса. Расскажу, какой у них вкус, какой вес. Так что будем ждать зимы. Сегодня у нас 4 декабря 2019 года. Сорт яблок Рихард при хранении. Сигнальное подношение. Вот такой вот имеет вид. Сейчас давайте... Посмотрим, какой у этого яблока вес. Опа. Вот так вот. Вот. И сравним его с яблоком Star Crimson. 284 грамма. Такие вот яблоки. Красивые. С почти 337. 272, почти по 300 грамм, 277, так, без снега, 278, вот такой вот вес. Сейчас посмотрим, разрежем, какая у него мякоть, посмотрим. Так, возьмем яблоко, разрежем. Вот есть горькая пятнистость, видно на яблоках чуть-чуть. Такой имеет вид. Давайте разрежем его. Вот такая вот мякоть у сорта. Давайте вот это еще. Это. Так, это сорт Рихард. Давайте его попробуем на вкус. Очень ароматная, под шкуркой
сочная, ближе к семечкам, более рыхлая мякоть. Хрустящая. Вкус сладкий, с легенькой кислинкой. Ароматный, довольно-таки хороший сорт, старый. Будем наблюдать дальше за этим сортом. И сейчас вот положу рядышком, ради интереса, Star Crimson сравнить. И по вкусу, и по виду. Так, вот это яблочко у нас Рихард, вот это яблочко у нас Star Crimson. Ну, видно, Рихард более яркий такой имеет окрас, чем Star Crimson. По цвету мякоти они, в принципе, похожи. По форме плода у Рихарда чуть-чуть как бы больше такое. У Star Crimson более ровное по размеру. Давайте попробуем на вкус еще Рихард и Star Crimson. Ой, в снег упала. Первая Рихард. Сейчас Star Crimson. По аромату они очень похожи. По вкусу у Рихарда больше сахара. У Star Crimson чуть меньше сахара. По мякоти тоже, в принципе, они похожи. Но у Рихарда вот именно около шкурки чувствуется такая более сочнее мякоть, более такая твердее, а ближе к сердцевине более рыхлая. У Star Crimson по всему плоду, в принципе, одинаково. Вот такой вот небольшой видеообзор за сорт и за сравнение с другим сортом, похожим ему. Поддержите это видео лайком. Не забывайте подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.